Где зарегистрирована компания? Друзья, в нашем сложном и нестандартном мире одной компании уже давно недостаточно. Чтобы обеспечивать нашу инфраструктуру и наши продукты, нужны множество компаний. У нас на каждом продукте практически по несколько компаний зарегистрировано, чтобы их обслуживать. Поэтому, где зарегистрирована одна конкретная компания, очень сложно сказать. Официальные данные по регистрации, они все находятся на сайтах страниц в подвале страницы. Пожалуйста, посмотрите, прочитайте, ознакомьтесь. Все написано черным по белому на бумаге. Просто хочу обратить ваше внимание, что наша инфраструктура, она очень сложная и многоуровневая уже. Поэтому это нормально, что у нас не одна компания, а их много. Также важно заметить, что у биткоина вообще нет компании. Это и есть преимущество криптовалют. А мы за последние 5 лет открыли много офисов по всему миру. В интернете множество видеороликов, тысячи наших клиентов уже нас посетили в этих офисах. Вы видели в наших семинарах, вебинарах регулярно, как мы и наши сотрудники там, включая меня, как мы там работаем. Поэтому нам уже 5 лет. Вопросы эти уже, в принципе, для нас не стоят. Мы на них уже все много-много лет назад ответили.